Быстрые игры человека вот с таким рейтингом больше. Покажу игру. Я тренировался с другими там, много раз проиграл, потом с компьютером поиграл, проанализировал, какие самые лучшие ходы в таких ситуациях. И потом вам играло времени тут 7 минут даже. Достаточно дается. Хотя считается, что ты быстро играл. Проморгал коня, что надо уметь. А он с пешкой сбил и заблокировал слона. Теперь я могу с королевой тут пойти. Он поэтому, видимо, его это ошибка. Нужно было слона убить. Не знаю, почему-то вот, когда он убил с пешкой, показывает, что у него сильный проигрыш. Я могу тут пойти, потом ведь слоном эту пешку он бить не мог, потому что под королевой было быть защищено. Ну вот он пошел и попал на королеву. Допустим, тут идет. И тут все блокирует слоном.